Кстати, на ретриси. У нас тут Дай там каску. Быстрее будет. А где варнаш? Сейчас там еще пресс лежит. Вар мне написал, что он на 10 минут отойдет. Да без него убьем, что? Давайте танки вперед. Все остальные пойдем, подождите. Шли, пошли. Что? Танки вперед, говорю. Еще, ЛПшки нажму. Нормально у вас тут гоняли. Хаба, маг, стоите рядом. Дайте подальше друг от друга. Там Гикада и кто-то еще. Супердруг тоже рядом стоит. Пятенка и маг, альпич, варенька. Кусайте вареньку. Рудзелся. Присты сейчас. Дайте антифир по себе. Главное, сдиспельте с того, на ком будут тени. Ну и потом масс диспел можете проверить, покидать. Я подвинься, елки-палки, прошу тебя уже дважды. Он широкий просто. Я большой, да. Ухожу вперед, кто это с центра. Спасибо. КД на рост пропадет, сразу дашь. Блин, фриз же фирм. А, пейте чуть-чуть. Да, как отвезти? Да. Нормально, да. Да нормально, нормально. Нормально? Да. Главное, чтобы мелики перед мортой не стояли, то на них начнут все кулаки пытаться. Вот так нормально? Нормально. Андреага, беги. Мне кажется, вы в луже стоите, скалы. Идти своих сами подводить будешь. Слева с тобой стою. Что-то повторение какое-то? Повторение молчания. А кто-то ролит на танка? Ну, в РК писали? Да, писал, веселочка.
Вуди, я схожу, короче, освещу грудак и пояс поставлю камни. Долара. Слышишь, да? Да, я слышу. Там кролика, отходи, хризифилок. А сейчас я печеньку пароля. Тоже запустили, блин, печенька. Дайте печеньку пароль. Она все равно отходит сейчас. Я 3 минуты. Тыкните шкаф, я сниму из армии. Да, кроль, КПР 2 просто. Зачем тебе ролить вообще? В смысле? Ну вдруг никому не надо? Не может быть, что никому не Ты вот эту ППшную поебусу отдавать собираешься? Кто-то кидал ролла, не? Да. Ну, кролик, отходи, Хризи Феликс. Ты там? Где-то. Подожди, Мора. Смону его. Двое, три, семь. Чё? Ну, пойдем, в общем, хилы тут есть уже. Сейчас, подожди, стой. Я чекаю на всякий случай. Да, хилы есть, пойдем. Велики по левой, а кружочку по... не по кружочку, а по крестику. А туда по правой. Сейчас они поменяются. Так, загрели танки, иди потанчите все, что загрели. Выйдите и зима. ДД играйте по кружку. Медики по крестику. Феликс вот этого вытяни. Давай, врывайся, Пол. Сейчас протопал умрет. Давай хилить. Не могу сказать.
Обрезайте сразу веселочку и сразу захильте ее. Потому что АОЕ пойдет от Валькирии. Давай, Вальку, тенчи. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Серебряного Орла. Нет! Я влеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Палк, давай в холле палок. Ну, сейчас убьем. Бегу. Это уже не надо. Вы че, Марку уже бьете? Ой, мы уже засели. Да, Лича убили. А, я вижу вас. Нет, без меня лететь не надо. Слева. Давай, хаба в хило, талк в хило. Так, с Кикада, Трисия, хаба и калк хилят Вальку. Супердру и Алпич на рейде. Пусть Дру тоже хилит, я с Полиплиста спекнулся, дай его хилим. О, хорошо, друид тогда тоже. Друид, два шамана и два пала. Там сумонете, ладно? А, давай сумонем. Давай шкаф. У кого есть синчант в рейде? Грудак чарнул, рейди и потом скину. Не успел зачарить. Видимо, ни у кого нет. Понятно, как снять? Монься. Сейчас я пряжку возьму. Возьмите эти деньги, да. Там все спекнулись. Хаба, калк. Калк вижу. МК покидайте на холипалов, на трещи, на калк. Только пару здесь чеку. Я справа. Хорошо. Что это такое, Капар? Пусть калк будет этих хилов. Что такое, Капар? Да пуляй, я здесь ко мне еще забиваю. Да, пойдем. Так, усиление магии на Вальку. Сразу киньте. Сначала играем по подавлению. Вышло подавление. Не спорите просто. Право почти все. Потом играете по этому. По зомби и по магу. Вы справа маг ледяной. Огненный маг справа. Он у него меточка поставилась. Короче, еще 275 арпы набрать и заебись. Будьте заметку, Вуди, кому-нибудь. Накалка поставлю. Звездочка, летайте за звездочкой. Просто толстый выйдет, в него не играйте, там дотки повесите, потом в подавление сразу. Там подавление вышло. Право еще два.
Огненный справа наверху. Супердрон стакай на вальке жизни свет, чтобы он прокнул там завершение. Да, лучше будет хилиться. Берем подавление. Слева много, слева снизу. Зомби слева. Справа огненный вертолет. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Давайте. Это ты моя штука? Не, по-моему, это Слава Сивол. Чё? Творенька, по-моему, живёт. Не-не. Слава, ты Сивол? Наверное. Вертополит. Надо это срочно узнать, а то я ночью не смогу спать. Славик, у тебя чё, сколько уже 2 часа ночи, да? Да, второй час. Подавление играйте. Право почти все равно слева чуть-чуть. Там выйдите, можете рост штурмовать. Захиливайте уже. Захиливайте. Давайте, просто выслишь уже. 85%. Все. Побыть на хиле, на синдре. Если я вылетел. Конечно, блядь. Они не захилят. Fuck this shit. Давай. В чем прикол? Ну пошли давай. Он говорит, на ящик, кто запрыгнет 100 голд, дам я запрыгну. Дал 100 голд. Я ей говорю, в чем прикол? Идут. Кто хилит меня будет? Ты че? Да, я не был. Маринка у нас будет в хиле на синдре. Фальпич, Супердру, Гекада и Трисия в 5 хилов. Знаешь, как ок? Ну, до сера. Ну и шкаф. Там вокс перестанешь, а зачем? Да и шкаф. Шкаф, шкаф, шкаф. Кого инчан вред есть? У меня нету. У меня, но рейков нет. Дессер, зачаришь грудак? Сейчас я дам реги. Он прицеплен за тигарой, Лок. Он не даст тишка. Все. И кто там у нас? Маг. Десса, давай беги тут Лока ФК.
пришли прорваться к Синдрагосе! Скорей! Остановите их! Че, я агрю трэш тот дальний? Сейчас узнаем. Там здесь, друид здесь. Не знаю, тут АФК человек есть. Ну короче, я жал. Это еще лагать будет. Я заберу. Вот на мне стоит сейчас. Я буду чекать мобов. Сейчас. Порог такой.
Захиливайте. И там стоят гекады. Не достаю слишком далеко. Молодцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола уничтожили. Мой сразу шкаф лог. Кто там стучит? Вуди. Кто? Вуди стучит. Кому стучит? На кого стучит? А сколько стоит на Алке чародейный кристалл? Тут где-то 600. Ну ничего, так нормально, нормально. Танки, Меджас, Ачпачмачка, хилы, Т5-й пати, кроме Индриаги и еще Варенька. Давай, восьмистаем. У меня пока. Рыба есть у кого-то? А, есть. Телефон отойду быстро. Внизу рыба. Чекаю пока. Бафы там у всех есть? Напишите, если нет. Варенька придет и будем начинать. На мне щит земли 400, а так все норм. Луня. Ну что, Вань, ты тут? Я здесь. Шмот там не забудьте одеть. Ваня. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Че, Варенька нет опять? Как всегда. Опять он первый раз вроде. Я думал, он в Галькой уходит, но она здесь. Че, он здесь. Начинайте. Все? Да, да, запускай. Точно? Я уже запустил. Да, не хилит, садитесь открыл. Есть. Проведи его или чуть-чуть назад. Так, нормально, на хилах почти нету. Намажем. Поставь босса ровно, блин. Так? Еще ровней. Дай сакру ему уже. Да правее его поверни чуть-чуть. Ну так, так, да, да, да. И еще чуть-чуть. Не надо больше. Дайте кредом по АПДК. Метки вперед. Путенубяра, кралька. Монквин, Паламут. Будет Холли, Альпич.
по центру падает. Дамажьте крайние метки аккуратненько. Так, минус 2 сразу. По центру падает снова. Вправо падает. Играйте больше по центральной, в стоп, в левую играть. Ну вы чё, люди? Блять, на лестнице падает. Там кусало, стоял тупо за меткой. Да, и гимн ХП Элоран. И вот, нормально. Дряга, БР и Фруню. Фруня поднимает. Нормально? Да. Приси, да? Да. Прессию сейчас поднимешь и дайте фулбаф. Пристабаф, инту, лапу. Каску, паладины. Каску, да. Кады. Бля, нормально. Почти все хилы без освобожденки, можно пока постакать. Убегаем. Ну вы чё, люди, блин, это охренеть. Вайпинг, это ХП. Я не знаю, может вайпинг, это жесть какая-то. Да не, проще, даже, да. Ну, чего сделать? Бэр, дай там, сука, 3 человека, только и все. Ой, зачем ты таун кидаешь в Синдру? Войду ГП, нахуй, давай ты за то, что вайп умреет. Да, так, потому что это 2 человека лежит, какой вайп, че, Рол сказал вайп или че, блядь? Бэров нет. Блядь, тебя это ебет, твой? Ты когда релишь, говоришь, не базарьте, сука. Я сам знаю, что мне сделать. Ты просто взял и вайпнул рейд, это 500 да? ГП. Не вайпал. А что ты сделал только что? Я ничего не делал. Да, совсем хуйня. Тут, мне кажется, считай, там... Считай, 500 ГП и давайте заново трай. Так, кто там? Блин, ну это жесть. 3 человека умерло от бомб и еще 3 на притяжке. Смотри, катамета показывает ледяным дыханием убило. В рейде. Да, 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 2 на притяжке и катамета дыханием. Он когда прыгнул под босса, оказался в центре Сидры. Всем привет, ребята. Подводку норм, так кто такой? Привет. А кто это? Подводку жалко, что норм. Первый раз от них вижу. Так это Сашин Трисин друг. Так у тебя же тоже пивоводка. В принципе, да. То есть это не 500 ГП, да, в идеале? Да. То, что Войт сагрил босса, и мы все легли. Я на самом деле хотел вайпнуть свет. На самом деле, но команды не было, да? То есть можно... Я, бля, по КД буду... Короче, я не буду кидать ГП, если... Здесь есть варенька, вот пускай он решает, кому кидать, кому нет. Тут 6 человек сдохли то просто так. То есть ты не РЛ, да? Окей. Хорошо, давай так, не будем никому кидать ГП на этом трое. Давай на этом, вот сейчас следующий, будем кидать ГП. Договоримся. Ну, давай. А вы на ком? Поставьте рыбу, если у вас есть на Синдре. Стоит внизу рыба. Да, ребята, вы на каком боссе? Синдра. А упало колечко агиловское? Да. Нет. Нет. Зачем ты ему сказал нет? А какое? Да никакое. Никакое. Будет на теории этого мастера лукера. У меня бафы есть. У меня мана нет. Каску друидам. Каску ханту, МП5 ханту. Будет каску раздавай там на всех.
стал. Варенька, ты тут? Да, тут. Давай еще раз чекну. На всех есть баф? По магам кулак просит. Тебя все готовы? Не пускаю. Супердруг. Сия, да я ходу по 5. Ща. Забирай очко, смачка. Что за фигня? Это Трисия. Так, там на двух хилах. Сколько там хилов? На трех хилах освобожденка. Не копите больше 6 стаков. Сейчас притяжка будет, отбежали. У кого фрустаура стоит, можете прожать мастера. О. Кто не умер? Как? Не получается. Просто за жесть. Вовремя кидал. Метки вперед. Трис, это ты такой херней страдаешь? Ну да. Думал вайп. Ну и сказал, что с этого будет ГП. Покидай ГП мне, похуй. Да Саша. А чё он делает? То есть войду ГП нету, а мне будет, да? Блин, я сказал, со следующего трая, с этого мне будет ГП. Покидай. Слева падают метки. Саня, ты заебался. Слева падает. Убиваю нормально. Это политика Войда. Какая политика, я вообще ничего не говорю. Захотел, сам вайпнул рейд, Войду нихуя, а тут нельзя никому больше. Да там будет так вайп. Не надо таунти, чё ты херню делаешь? Я чё таунтил только что? На КД пока просто там был, сорян. Сан, не надо, заебал. Это, ребята, успокойтесь, что вы херню делаете. Кстати, по мне, смотри, ответный удар. Я сейчас сдохну. Это был тупо не я. По мне еще и кикнули, спасибо. Ну что ты херней занимаешься? Блин, я РЛ первый раз в жизни, ты думаешь, мне легко? Да не. Как-то избирательно сильно войду, ты не кидаешь ГП, а мне кикаешь с рейда просто. Там, это если вот разбираться, там 6 человеком надо было ГП кидать. Просто мы лечили. Ну вот надо было и кинуть человеком 6 ГП. Давай, короче, сейчас упадем. Там дело не в том, что надо было, дело в том, что там трай был, ну, не на убийство. А тут на убийство? Там два БРа дали. Трай был обычный. И три тела упало. Там обычный трай был, как и здесь, при. Не, там вайпнулись бы. Тут не РЛ. А? Если ты хочешь так рейд, то дать ему РЛ и пусть РЛ. Сейчас. Такая что-то говорил, что РЛ, что ли, так и нахера вы это агрили по всю фигню, теперь непонятно что. Успокойтесь, стоит все. Сейчас будет трай нормально, дадим и пойдем. Дальше. Я не спорю, Вуди норма рейлит все дела, но, блядь, пока он не нахуярит Войду ГП на его ебучих компов. Блин, я сказал, что ГП будет со следующего трая, с этого. То есть, ну, и что до этого я ему не давал. Когда не будет ГП, я потом не буду таунить. А пока ГП будет, я тогда не пойду в рейд. Да ты, Трисе, тоже не рейлил ни разу и что-то решаешь, сидишь. Да, но ты же релил, поэтому ты можешь саунтить, когда хочешь, а я не могу, видишь, мне все тебе кикают. Ну да, тебе надо... Давай, калк, холипало. Начинается. Лично буду разговаривать об этом с Бибопом, что за хуйня такая происходит. Я сам с ним поговорю.
Ну, специально руинить рейд из-за этого. Ты можешь сидеть, здесь я сейчас рейдю. Не, ты сидишь нормально, играешь, потом говоришь дебоку. У меня нету в рейде, какие претензии ко мне сейчас? Все, забили. Резайтесь. Я просто считаю, что об этом можно уже не разговаривать. Кто-то имеет право руинить рейд, а я нет. Тоже это пиздец. Ну давай, похуй, на возвращай его в рейд. Я рогу взял. Пока КД не словил, пускай он идет в рейд обратно. Типа вот все ГП накинул, но это круто, да, который вчера, завтра отменит вернее. Дайте шкаф. А можете сказать количество шмоток с рейда, которые вынести можно, не ограничено, либо есть какой-то лимит? По одной вообще. Ну вот так. Пока типа... ПР не кончится. Не, допустим, если есть даже ПР, то если позволяет, есть какой-то лимит или нет? Лок, поставь шкаф, лок. Приносишь одну шмотку с рейда, один токен и одну пуху с лича. Я понял. Сама попробуй. Спаунчик. Дайте шмотку.